микрорайоне Чкаловске торжественно отметили 80-ю годовщину перелета экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс по маршруту Щелковский аэродром США-Ванкувер. Возле 12-й школы дочь Чкалова Ольга Валерьевна и космонавт Алексей Леонов открыли бюст прославленному летчику, созданный в рамках проекта «Аллея российской славы». Перед гостями выступила рота почетного караула Академии воздушно-космической обороны. На мемориальном комплексе, посвященном легендарному перелету, на площади возле Дворца культуры имени Чкалова открыли памятную доску. А в сквере на улице Ленина возле Вечного огня появился закладной камень будущей аллеи героев Отечества.